Биринчиден азыр уақыт бар. Біз шу кальция түзу бойынша иштерді алып барып атабыз. Консультациялар жүріп атады, фракциялармен жолығып атабыз, депутаттармен жолығып атабыз. Бир бол фракциянын жетекчисимен жолуктук, анан кийин Кыргызстан фракциясынын жетекчисимен жолуктук, бүгүн Республикада Журт фракциянын жетекчисимен жолуктук. Консультациялар жүріп атат азыр. Сөзсүз түрдө бир бүтүнгө келгенден кийин биз принципиалдуу мындайча айтканда макулдашууларды сүйлөшүп алсак, анан кийинки маселелерди чечүүгө дагы баягы сүйлөшүүлөрдү жүргүзөбүз. Албетте азыр убакыт өтүп атат, биз дагы ушу аракеттенип атабыз жылдамыраак түзүп боюнча. Ал эми бир маалымат боло турган болсо айтып берип турабыз силерге. Шейшенкулович, айтсаңыз дагы, мисалы чүй дегенде эле баягы фракциялардын лидерлери өткөндө эме тараганда эле биз шарт коебуз, шартыбызга көнсө макул болобуз дегенде алардын кандай шарттар коюшат, мисалы сүйлөшүүлөрдө? Бул эми биринчи шарт бул Кыргызстандын кызыкчылыгы да. Биз фракциялар менимче ушул Кыргызстандын элдин кызыкчылыгын, ушул элдин проблемаларын биринчи орунга койсок, мына ошону колдогон фракциялар сөзсүз түрдө биригет деген ойдомун. Анан кийин сүйлөшүүлөр өкмөт жөнүндө болушу мүмкүн, анын структурасы жөнүндө болушу мүмкүн, анын курамы боюнча, анын программасы боюнча маселелер болуш керек, болушу мүмкүн. Анан кийин жогорку кеңештин комитеттери боюнча болушу мүмкүн, спикердин орун басарлары боюнча болушу мүмкүн. Булардын баары тең сүйлөшүү жолу менен сөзсүз түрдө бир консенсуска келебиз го деген оюм бар. Бирок ушу эң оболу биринчи жанагындай принципиалдуу маселелер менен биригишибиз керек. Ошол маселелер менен биригсек, бул маселе алдыда турган мисалы үчүн конституциялык реформалар. Мына бүгүнкү күндө ушул референдум өткөндөн кийинки биздин кадамдар ал жерде ушул сот бийлигин жана укук коргоо органдарынын реформалары боюнча бир топ конституциялык мыйзамдарды кабыл алууга туура келет. Мына ошол маселелер боюнча дагы алдын ала макулдашып, эгерде ошол конституциялык реформаны ушул биргебиз деген фракциялар колдой турган болсо, албетте баарыбыз тең кошулабыз, биргебиз, андан ары иш алып барганга аракет кылабыз. Азыр шарт эч ким койгон жок. Андай мисал бөлөлүк. Мисалы өткөндө Өмүрбек Токтогулович айтты, жана Республикада Журттун лидери, биз жана өкмөттүн курамын кыскартуу боюнча шартыбызды коебуз биринчи эле кезекте деп эме кылып атат да, сиздер ошого макул болосуздарбы? Өкмөттүн курамын кыскартуу зарылчылыгы барбы ушул эмеде? Ошол маселелердин баары менен азыр ушул консультациялар жүргүзүп атабыз. Анан макулдашкандан кийин сөзсүз түрдө анан кийин бир бүтүн. 2-3 дня, как нам вручили мандат на формирование коалиции большинства, мы ведем переговоры, мы ведем консультации с многими фракциями. До этого уже мы встречались с руководителем фракции Бирбол, фракции Кыргызстан. Сегодня я встречался с руководителем фракции Республика Таджурт. Мы говорим о принципиальных вопросах, о принципиальных задачах, которые стоят перед коалицией большинства, куда мы и себя относим. Если мы договоримся по принципиальным вопросам, то, естественно, дальше будет легче. Вот. И сможем, наверное, договориться по всем вопросам. Вот. Принципиальный вопрос, какие могут быть? Это те судьбоносные задачи, которые стоят перед страной, перед правительством, перед государством. Это конституционные реформы, к примеру. Да? Сейчас вот после, я думаю, что референдум пройдет успешно 11 декабря. Вот. И затем будут приниматься очень много конституционных законов по реформированию, допустим, судебной системы, реформированию правоохранительных органов. Если раньше как-то были попытки без вмешательства в Конституцию эти реформы значит, проводить, но, к сожалению, многие законы принимались, но до глубины, до радикальных изменений, реформирования как-то не было такой возможности. Эти поправки Конституции, они дадут такую возможность. И тогда будет, значит, возможность с помощью депутатов, участников коалиции большинства, приниматься эти законы. А эти законы, они наболели, да, особенно
по судебной системе, по правоохранительным органам, где народ сегодня недоволен работой многих силовых структур. Вот, поэтому здесь требуется очень такой тщательный, хороший подход. Вот в этих вопросах, если мы договоримся, то остальные детали мы будем в процессе переговоров продолжать. Это и формирование правительства, это и структура правительства, это и программа правительства. Кроме этого, есть вопросы по формированию комитетов парламента, вице-спикеров парламента. И когда мы договоримся, то я думаю, что все эти вопросы можно будет уже как бы решать вместе. А по поводу правительства, при создании новой коалиции, как бы кабинет министров, он не поменяется? Как, что там будет? И будут, я уже говорил и скажу, что обязательно будут изменения. Меняется конфигурация коалиции. Естественно, все коалиции, которые были до этого, они принимали участие в формировании правительства. Да? Теперь, если те фракции, которые не войдут в новую коалицию, естественно, они не будут участвовать в формировании кабинета министров. А здесь уже будут новые фракции, будут новые подходы, естественно, эти изменения ожидаемые. А смена руководства не повлияет на работу? Или там одна программа так и останется, которая была сейчас? Смена какого руководителя? Ну, например, если министерство там поменяется, же министр, да, это, например, если работа. Я думаю, что во всех ведомствах, министерствах работа не должна зависеть от одного министра. Если он есть или нет, или поменяют, там должна работать система. Если этот министр до этого, кто там работал в том или ином министерстве, они должны сделать такую систему, которая должна работать независимо, есть министр даже сегодня на работе или нет. Если он не сумел создать эту систему, то это беда, это проблема для целой отрасли. Поэтому, конечно, там, где эти наработки серьезные, то, естественно, там болезненного такого вот перехода не будет. А если все связано с, скажем, так называемым в кавычках реформами, особенно по смене кадров, да, то здесь, естественно, будут болезненные проблемы.